Привет! Сейчас мы узнаем, кто из вас сможет дать 15 правильных ответов и выиграть 1 миллион виртуальных рублей. Все готовы? Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». 100 рублей, и на экране появляется первый вопрос. Что необходимо для игры в теннис? Корт. Правильно! На что русская пословица не советует раздевать рот? На каравай. Правильно! Куда сунул руку грека герой известной скороговорки? Сунул грека руку в реку, рак за руку, река цап. Правильно! Как звали друга и помощника Робинзона Круза? Но так же, как и... сегодняшний день. Не спешите, у вас есть время подумать. Да я подумал. Правильно! Переходим ко второму вопросу, и на кону 200 рублей. Как называют переносное устройство управления ядерным потенциалом страны? Ядерный чемоданчик. Это было нетрудно. Правильно. Как называют одну из пластинок домино? Рыба-рыба, много-много, мало-мало, пусто-пусто, дубль-пусто. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Что врачи рекомендуют делать перед едой? Чистить зубы, причесываться, чистить ботинки, лечить зубы, мыть руки. Это было нетрудно. Правильно. Да, это было нетрудно. Как называется один из научно-популярных журналов? Знание мощь, знание сила, знание дело, знание вещь. Знание сила. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Хорошо. Следующий вопрос стоимостью 300 рублей. Как авиадиспетчеры часто называют самолет? Не торопитесь с ответом, думайте столько, сколько вы считаете нужным. Борт. Правильно! Что содержит сетчатка человеческого глаза
помимо палочек, пробирочки, баночки, мензурочки, да нет, колбочки. Отлично! Вы дали правильный ответ! Как обычно называют коллектив геолого-разведочной экспедиции? Партия. Отлично! Вы дали правильный ответ! Какой пункт есть на каждом крупном предприятии? Медицинский. Отлично! Это правильный ответ! Внимание! Все же никто не хочет покидать игру ни с чем. Четвертый вопрос и 500 рублей. Как обычно называют недопустимую ошибку в тексте? Грубая. Удачный выбор. Правильно. Как заканчивается русская пословица «Век живи, век лечись, учись». Великолепно! Вы дали правильный ответ! Как называется статуя работы древнегреческого скульптора Мирона? Дискобол. Великолепно! Вы дали правильный ответ! Обо что разбилась любовная лодка в крылатой строчке Владимира Маяковского? Обыт! Это было нетрудно. Правильно. Ну, семейная. А теперь пятый вопрос. Если вы дадите правильный ответ, то первая несгораемая сумма в 1000 рублей будет вашей. Что не выполняет легкоатлет во время исполнения тройного прыжка? Скачок, шаг, прыжок. Я думаю, что поворот он не выполняет. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Что не входит в чайный сервиз? Сахар-супница. Правильно. Символом какого знака зодиака является баран? Овен. Ответ Б. Правильный ответ, и вы идете дальше. Как заканчивается известная фраза «Послушай женщину и сделай наоборот»? Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. А теперь переходим к шестому вопросу. Он стоит у нас 2000 рублей. Из чего готовят карбонат? Из свинины, из телятины, из баранины, из курицы. Это уже Алкин начал читать. Ну все, теперь... Помолчу. Из свинины. Вы действительно хотите дать этот вариант ответа? Вопрос стоит 2000 рублей. Угу. Отлично! Это правильный ответ. Какого цвета крылья у бабочки-капустницы? Белого? Желтого? Оранжевого
синего. Так, ну белые бабочки капустницы. Да, белого. Вы действительно хотите дать этот вариант ответа? Ну да. Вопрос стоит 2000 рублей. Да. Удачный выбор. Правильно. С каким государством Финляндия не имеет сухопутные границы? С Россией, со Швецией, с Норвегией, с Эстонией? Не, ну с Россией-то имеет, конечно. Так. Я думаю, что она не имеет с Норвегией. Ну, вообще, давайте 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Ну, теперь понятно. С Эстонией. Отлично! Вы дали правильный ответ. Из чего можно приготовить бекон? Из свинины, из говядины, из баранины, из курицы. Ответ А. Это верный ответ. Отличная работа. А мы переходим к седьмому вопросу из возможных 15. Вы заработаете 4000 рублей, если правильно ответите на следующий вопрос. В какое море впадает река Дунай? Каспийское, Черное, Азовское, Балтийское. Черное. Правильный ответ, и вы идете дальше. В какой стране производятся часы марки Омега? Япония, Швейцария, США, Франция. Ой, Швейцария. Ничего не скажем. Верно? Вокзала с каким названием нет в Москве? Курский, Казанский, Киевский, Костромской. Костромской. Ничего не скажем. Верно? В образе какой птицы пришлось побывать калифу в сказке Гауфа? Ворона, аиста, скворца, чайки. Наверное, аиста. Ну да. Ничего не скажем. Верно? Итак, вопрос на 8000 рублей. Если вдруг вы дадите неверный ответ, то потеряете 3000 рублей. Кто не снимался в «Кабачке 13 стульев»? Аросева, Ургант, Минглет, Высоковский. Наверное, Ургант. Удачный выбор. Правильно. Как называется вход в берлогу? Пасть, рот, глаз, чело. Чело. Будьте внимательны. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Название какой страны в переводе на русский язык означает «серебряная»? Аргентина, Бразилия, Парагвай, Боливия. Ну, аргентум, серебро. Правильно! В
Какая фамилия у жениха героя пьесы Антона Павловича Чехова «Свадьба»? Очумелов, Опломбов, Курятин, Туркин. Ну, Опломбов. Это ваше последнее решение? Конечно. Вы можете удвоить свой результат, если сейчас дадите правильный ответ. Да. Удачный выбор. Правильно. У вас прекрасно все получается. Правильный ответ на следующий вопрос принесет вам 16 тысяч рублей. Не торопитесь. Подумайте. Вот и девятый вопрос. Где, кроме Земли, происходит событие романа Алексея Толстого «Аэлита»? На Луне? На Венере? На Марсе? На Юпитере? На Марсе. Отлично! Это правильный ответ. Какое имя у известного чешского писателя Чапика? Гавел, Карл, Иржи, Вацлав. Карл. Вы уверены? Если сейчас вы дадите неправильный ответ, то потеряете 7000 рублей. Да. Отлично! Вы дали правильный ответ. Какое из этих животных относится к парнокопытным? Зебра, улан, осел, козел. Относится. Наверное, кулан. Ну, давайте. Как это не печально, но вы неверно ответили на вопрос. Вы неплохо играли, но, к сожалению, ошиблись. Вы теряете 7000 рублей. Но расстраиваться не стоит, у вас остается 1000. Какой архитектор был автором проекта Александровской колонны? Тон, Растрелли, Монферран, Резини. Так, давайте 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите 2 неправильных ответа. Ну, значит, то. Как это не печально, но вы неверно ответили на вопрос. К сожалению, обстоятельства сложились не в вашу пользу. Вы потеряли 7000 рублей и покидаете игру с 1000 рублей. В случае верного ответа вы зарабатываете вторую несгораемую сумму 32 тысячи рублей. Все, что вам нужно, это дать правильный ответ. А вот и вопрос. Кто обогатил мировую культуру словом «тату»? Алеуты, полинезийцы, ацтеки или викинги? Полинезийцы. Вы можете не отвечать на этот вопрос. В случае неверного ответа вы потеряете большую сумму. Да. Замечательно! Ваш ответ правильный! В каком веке была открыта планета Плутон? В 17 веке, в 18, в 19, в 20? Наверное, или в 19, или в 20. Так, 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите 2 неправильных ответа. Ну, значит, в 20 веке. Вы могли не отвечать на этот вопрос, но мы поздравляем вас с верным ответом. Вам не о чем волноваться, у вас 32 тысячи рублей – это вторая несгораемая сумма. Итак, впереди 11-й вопрос и 60
4000 рублей. Какая греческая муза является покровительницей астрономии? Талия, Урания, Мельпомена, Калиопа. Ну, не Мельпомена и не Калиопа, это точно. Так, Мельпомена – это театр, Калиопа – это… не помню. Талия – это танцы, наверное. Урания. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Какой французский художник работал на острове Таити? Ренуар, Сислей, Гоген, Дега. Наверное, Гоген. Ну, рискнем. Правильно! Отлично! Вы уже выиграли 64 тысячи рублей. Давайте перейдем к следующему вопросу. В случае правильного ответа вы заработаете 125 тысяч. Какое второе название имеет боевой вертолет К-50? Черная акула, касатка, аллигатор, солдат. Ну, аллигатор – это К-52, а 50-й – черная акула. Великолепно! Вы дали правильный ответ. В какой из этих стран английский язык является государственным? В Нигере, в Чаде, в Гане, в Сенегале. Сделайте выбор, только если вы абсолютно уверены в ответе. Но это уже было. Ну, я отвечал в Сенегале, и, по-моему, неправильно. Ну, давай в Нигерии. Вы сделали неправильный выбор. Вот. Мы очень хотели отдать вам 125 тысяч, но вы можете забрать только 32 тысячи виртуальных рублей, и это вполне достойный результат. Вы превосходно играете. Следующий вопрос и 250 тысяч рублей. Неправильный ответ может вам стоить 93 тысяч рублей. Я вам желаю удачи. 13-й вопрос. Какой президент США в 2002 году стал лауреатом Нобелевской премии мира? Джеймс Картер, Джордж Буш-старший, Рональд Рейган, Билл Клинтон. Ну, давайте 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Так, Клинтон. К сожалению, вы дали неправильный ответ. Вы отважились на смелый поступок, ну, все. Дав ответ на вопрос стоимостью 250 тысяч рублей. Ну и все. Мне очень жаль, но ответ оказался неправильным, и вы потеряли 93 тысячи рублей. Но ваш выигрыш составил 32 тысячи. Это хорошо. Посмотрите, как вы сыграли. Нажмите следующий, чтобы увидеть все результаты. Ну, первый и второй по 32 тысячи, а третий и четвертый по 1000. Ну, что ж, до следующих встреч.
пока.